И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать, как можно восстановить удаленные файлы на вашем Android смартфоне, так как многие задают данный вопрос. Сегодня мы рассмотрим один из методов, то есть одну программу, которая позволит нам это сделать. Данная программа называется у нас Disk Digger. Данная программа абсолютно бесплатная, ее можно скачать в Play Market. Также есть версия без рекламы и с расширенным функционалом, за которую в Play Market вас попросят 179 рублей. И я также оставлю ссылочку на данную программку со скидкой в 40%. То есть данную программу вы сможете приобрести по ссылке под видео всего лишь за 100 рублей. То есть для начала вы сможете попробовать бесплатную версию, если она вам понравится, вы уже сможете приобрести и полную версию. Итак, что же умеет данная программа? Данная программа у нас сканирует карточку памяти и встроенную память вашего телефона на наличие удаленных файлов многих форматов. Если вы случайно удалили фото или даже отформатировали карту памяти, Disk Digger сможет найти потерянное изображение и сохранить, отправить на почту или же нужный сервер. Приложение работает как и на рутированных устройствах, так и на устройствах, на которых нет рут-прав. Отличной особенностью данной программы можно считать возможность восстанавливать фотографии со встроенной памяти. Итак, ребят, давайте запустим данную программку и посмотрим, что она из себя представляет. Вот такое здесь у нас главное окно. Сверху мы увидим простой поиск без root. То есть у кого нет root доступа, можете попробовать данный способ. Давайте запустим. Посмотрим по-быстрому, что у нас данная программка сможет найти. Ребят, конечно, без root доступа данная программа находит намного меньше, чем с root правами. Но все-таки вы можете попробовать и может что-то найдете. Давайте немного подождем и посмотрим, что у нас получится. Так, ребят, ну вот у нас пошло восстановление. Долго не буду вам это показывать, сможете сами попробовать. То есть у нас идет восстановление без root прав. Здесь нужно немного подождать. Потом, например, когда вы хотите что-то восстановить, ну давайте вот на примере этой картинки покажу. Выделяете, жмете кнопку восстановления. Далее можно выбрать, куда вы хотите сохранить файлы. То есть можно выбрать в какие-то облачные хранилища, например, Dropbox, Google Drive и так далее. Также можно сохранить в другую папку на вашем устройстве, то есть здесь выбираете то место, куда вы хотите сохранить. Вот в моем случае SD-карта от Samsung, ну давайте делать этого не будем. И третий пункт, это вы можете загрузить свои файлы на FTP-сервер. Ну, надеюсь, с этим все понятно. Ну вот здесь уже, пока я болтал, было найдено 981 файл, то есть внизу вот это все отображается. Так, давайте вернемся. Посмотрим, что у нас еще здесь есть. Далее идет это полное сканирование. Для этого нам требуются root-права. То есть при полном сканировании у вас будет найдено намного больше файлов. Эти файлы будут в более хорошем качестве. То есть желательно для использования данной программы все-таки, чтобы у вас были root-права. Так, что здесь у нас есть? Здесь можно восстановить как с внешней карты, так и с внутренней карты вашего Android смартфона. Ну давайте попробуем с флешки что-нибудь восстановить. После нажатия нам предлагается выбрать, какие типы файлов мы бы хотели найти. То есть это фотографии, видео, музыка в различных форматах. То есть также есть документы, можно восстанавливать, PPT, PDF, zip-архивы, docs, ну и так далее. Давайте помотаю вниз, посмотрите сами. Ну, давайте на примере JPEG просто оставлю, ради того, чтобы вам показать. После этого жмем кнопку ОК и опять ожидаем. Итак, ребят, вот прошел у нас 1%. Было найдено 18 файлов, то есть ждать долго я опять же не буду. На примере вот картиночки, смотрите, жмем галку, можно нажать восстановление, как я уже показывал ранее. Также можно нажать на три точечки и выбрать следующее действие. Это восстановить этот файл, сохранить этот файл локально, посмотреть свойства файла или удалить этот файл навсегда, то есть без возможности в будущем его восстановить. Вот такая вот интересная программка для восстановления различных файлов на вашем телефоне. Ссылочки на данную программку я, как всегда, оставлю под видео. Все, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам помогло восстановить ваши удаленные файлы, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. И всем до новых встреч!